Сейчас мы находимся на раннеюньском лугу, где растет такое маленькое, красивенькое растение, называющееся Вероника Дубравна. Это растение маленькое, но удаленькое. Побеждает такие грозные заболевания, как грибки. Удивительно, но печально, что эти грибки развиваются везде. Они развиваются в дыхательных путях, и на коже, и на ногтях, и даже во внутренних органах, имеющих полость, например, в самих легких. Вот. Обитают они, болезнетворные грибки, в полости кишечника. И многие люди мучаются от этих грибков, хотя спасение наше вот в этой прекрасной траве, которая называется Вероника. Растение, я говорю, маленькое, но удаленькое. Сбор ее трудоемкий. Но представляете, вот если попить эту траву как чай, а чай как мы заварим? Ложку травы заливаем стаканом кипятка, минут 30 надо настоять, чтобы трава напарилась. И этот стакан разделить на три части. Надо пить утром, за 10 минут до еды, в обед и в ужин. И если попить недели 2-3 траву, то грибки исчезают и в организме, и в крови, и потихонечку и наши ногти станут тоже чистыми. Растение собирается от земли. Вот такое маленькое растение. Собирается в начале цветения, когда нижние цветочки расцвели, а остальные цветки в бутонах. Растение это сушится быстро, обязательно при температуре около 40 градусов. То есть это под жаркой крышей, вот, или же на какой-то, ну, в деревне сушат в протопленной печи. Потому что долгая сушка этого растения в холодную погоду приводит к тому, что вещества, уничтожающие болезнетворные грибки, разрушаются. Сушат обязательно в местах, недоступных для света, но проветренных. Да, в деревенских условиях это крыши сараев, вот под крышей сараев, либо на мансарде дачного домика, но под железной крышей.